Лагерь квотербеков Грудена с Кристианом Хакенбергом. Весна во Флориде. В это время года лучшего места не найти. НФЛ способна отправить вас в пентхаус или в сортир. А у этого парня есть все детали, но сможет ли он собрать их воедино? Я не играю с возможностями, я играю с производительностью. Могут ли эти парни делать то же самое в НФЛ? Я здесь, чтобы выяснить. С чем ко мне приехал Кристиан Хакенберг? У него есть все необходимое. Он предсезонный All-America. Мощные руки, эталонные габариты. Черт, все это позволяет многого ожидать. Вот мой офис, и сюда приезжают не отдыхать. Эти парни должны понять, что значит быть элитным квотербеком лиги. Я здесь, чтобы дать им почувствовать, каково это на вкус. Кристиан Хакенберг — это отличная история. Закончив военную академию, он в качестве фрешмена весьма неплохо заиграл под руководством Билла О'Брайена, на мой взгляд, одного из лучших тренеров нападения. Последние пару лет парень что-то притих, поэтому было интересно встретиться с ним, узнать, что случилось, и посмотреть, в каких он физических кондициях. Потому что в последние пару сезонов ему немало досталось. Я считаю это отличной возможностью наладить взаимосвязь с тренером и немного проникнуть в его мысли. Почему нет? Думаю, каждый это должен попробовать. Ты считался номером первым у рекрутов. Только в Америке или в мире? Я не знаю, как это произошло. Повезло, наверное. Мне дали возможность проявить себя в школе, меня окружали хорошие тренеры. Ты взрослел с предчувствием, что окажешься в Penn State Nittany Lions? Или был готов к диалогу и с другими университетами? Я родился в северо-восточной части Пенсильвании, я рос в этом штате, в стране Nittany, так там говорят. Тренер Паттерна работал там, но так меня и не выбрал. Когда тренер О'Брайен появился в команде, то все начало складываться. Что такого в Penn State тебя так притягивало? Чем тебя туда заманили? Это особенное место. Тебя окружает синий цвет, трудолюбивые люди. Просто маленький городок в центре Пенсильвании. Много традиций. Тренер О'Брайен понимал, что хотел от своих квотербеков, и объяснил мне это. Я решил, что это будет отличное место для моего развития. В итоге я получил все, что хотел. Не так много колледжей строят свою работу наподобие профессиональных команд. Мы базировались на нападении Patriots. Историческое место, да? Очень особенное. Вот почему оно мне понравилось. Традиции, Джо Паттерно. Но кто знал, что произойдет такое? Джерри Сандаски арестован в воскресенье по обвинению в сексуальных домогательствах к 8 юношам за нелегальные трансферы игроков после 46 лет совместной работы Penn State расстались с Джо Паттерно. Почему после такого ты все равно отправился в Penn State, зная, что все там очень нестабильно? Тем более, что ты мог выбрать любой другой колледж в стране. Во-первых, я прирос к этому месту. Оглядываясь назад, после всего случившегося, понимаешь, как много было затрачено эмоций. Тебе говорили одно, а на самом деле происходило другое. Но для меня ничего не изменилось. Мы просто должны были играть в футбол с меньшей стипендией и с другими людьми. Мы сделали это, хоть было и непросто. Мы играли за Пен и делали это весьма неплохо. И кто же пришел на место Джо Паттерно? Кто унаследовал все эти санкции? Я к тому, что это должен был быть ненормальный тренер, который взвалит на себя все эти проблемы. И таковым стал тренер О'Брайен. Опиши его, Кристиан. Это прямолинейный человек, тренер, который не несет никакой пурги, знает, в каком он положении. Он любит игру, любит учить игре. Конечно же, огня добавляют его ирландские корни. Очень сильный и классный учитель. Игроки просто влюбились в него. Наверное, это круто, являясь первокурсником, оказаться под руководством Билла О'Брайена. Прийти туда и помочь Penn State тогда, когда они особенно в этом нуждались. Это одна из тех вещей, которой я горжусь. После подписания бумаг с этой программой, когда твои ожидания реализуются, и, наконец, конкурент выстроился напротив, ты воспринимаешь это как личную вендетту и не хочешь проиграть. Мы были невиновны, но удар пришелся по нам. Я думаю, программа, команда и каждый персонально, мы были выше всего этого. Знаешь, мало кто из людей способен извлечь выгоду из всех этих проблем. И в то время ты чертовски здорово справлялся с этим на поле, но ты всегда проявлял себя и вне поля.
Я горжусь этим. Словно штормы пронеслись над сиракузами, добившись первой победы в сезоне. Но ты знал, что у Билла О'Брайена ирландский темперамент. Билл О'Брайен – один из немногих парней, которых я встречал по жизни. Ты работал с этим парнем? Ты знал про это? Да, несколько раз мы беседовали на эту тему. Если ты изучал особенность Том Брэди, как он внимателен на линии скриммиджа перед снэпом, то заметил, что в тот момент много чего происходит. Когда я смотрел, как ты играешь у Билла О'Брайена, я говорю, боже мой, тебя тренировали в таком же стиле. У нас была очень похожая система нападения. О чем думает этот парень? Расскажи мне. Так он дает игрокам понять, что в итоге будет играть пас-опшен, пас-пас-опшен, пас-ран-опшен. Если мы назначаем только два варианта розыгрыша, то мы читаем фронт или каверидж, ротацию и... Нет, ты дай мне пример. Пример того, как это было в Penn State. Тебе 18 лет, и ты делаешь то же самое, что Том Брэди, только ты 18-летний фрешман. Давай, приведи мне пример. Иди к доске и покажи что-нибудь. Хорошо, вот чем мы там занимались. Формация с двумя ресиверами слева. Мы использовали схемы с зонным выносом в сильную сторону. Вынос обычно игрался в C-gap. Правую сторону, мы называли это меч, в левую – земля. При этом был strong rotation. Мы называли... Мяч? Да, меч. Называл меч. То есть в хадле я должен был сказать мяч? Меч. Меч? Ну да, меч. Ну, рыцари, меч. Ты давай там побыстрее, а то устроил какое-то законотворчество в Сенате. Ладно, итак, у нас тут strong rotation и пост-маршрут. Было важно, чтобы имелись два варианта выноса. Дальше я назначаю розыгрыш меч. И сигнализирую типа 66 Dallas, что означает double seam concept с маршрутами comeback на внешние стороны. Ну все понятно, мы еще вернемся к этому. Я увидел, что такое меч и как он работает. Это впечатляет, но знаешь, взгляни на себя в игре против Индианы. Тебе только 18 лет, а ты уже делаешь все эти предупреждения, как Том Брэди. Вокруг конверт, максимальная защита паса, летит Аллен Робинсон, на которого ты вырезаешь отличный пас. Это реально круто. Вот это. Это тот тип квотербека, который я ищу. Ты любишь так играть? Да, конечно. Точно? Да. Это правда, что против Небраски тот 60-ярдовый тачдаун пас на Джейси Джеймса был простым Spider 3 Z-Snag? Да? Это была лучшая вещь в твоей жизни на тот момент, а? Посмотри на это. Ты меняешь формацию. Работаешь из другой расстановки. Но твоя работа ног здесь явно хромает. Налево же надо. Выглядит так, как будто ты запутался в своих ногах. Но взгляни на это разнообразие схем, которые играет Penn State. Мы можем разобрать эту загадочную работу ног? Расскажи мне, что ты там делал? Но мне надо было продолжить разворот. Ну, думаю, что сбил защиту с толку. Тебе тут только 18 лет. Выглядит так, как будто ты изобрел что-то новое. Какое-нибудь вращение Хакенберга. Суть в том, что концепция, которую вы играли там, ты будешь играть снова, но язык комбинаций поменяется. Готовиться к тому, что попросят меня сделать на следующем уровне, это то, что вы не перестаете делать. Я всегда голодный до знаний и стремлюсь пополнять их запас. Еще одна из тех вещей, которыми я горжусь. Он прекрасно проявил себя у доски. Он понимает пас-протекшн, дерево маршрутов, прогрессию, точно выбирает сторону для розыгрыша. Он отлично помнит каждый розыгрыш Penn State. Это говорит о многом. Мне нравятся люди, которые способны справиться с трудностями. Я не помню, чтобы он писал в Твиттере, отправлял смски, много болтал или спрашивал лишнее. Он остался в Penn State со всеми их проблемами. Даже когда ушел О'Брайен, он остался с командой. Он остался верен себе, верен Penn State. Он выложился полностью. Мне нравятся парни вроде него.
Что было после того, как Билл О'Брайен покинул команду? Как тебе его решение? Что сделано, то сделано. Я в любом случае уважаю его выбор. Нам вновь пришлось адаптироваться. Это было не просто для обеих сторон. Но все эти сложности и санкции, которые пришлись на команду, только сплотили нас. Парням было довольно тяжело вновь довериться какому-то новому тренеру. Появился тренер Франклин. Какого стиля он придерживался? У него все в порядке с рекрутингом. Он заполучил перед сезоном всех, кто был ему нужен. Он использовал достаточно сложные схемы в нападении. Франклин довольно вспыльчивый. Он из тех парней, кто любит делегировать часть функций другим людям. Я хочу строго подойти к тебе, хорошо? Ты можешь адаптироваться и переживать сложные периоды. Эти качества могут стать твоей главной силой. Но я хочу проверить твой базис, твои основы, потому что, когда я следил за Хакенбергом и изучал этого первокурсника, то обратил внимание на основы шотгана. Какая нога сзади? Левая. Твоя левая нога позади. Три шага и быстрый бросок без помех. Я продолжил изучать другие быстрые розыгрыши. Какая нога сзади? Левая. Левая нога позади. И смотри, что ты делаешь, когда надо сыграть мяч быстро. Ты крутишься на левой ноге, зависаешь и бросаешь, так? Да. Как можно бросать мяч, если все начинается от твоей задницы? Ну да, надо начинать с ног. И ритм, и тайминг, все идет отсюда. Что случилось с твоей работой ног? На последнем видео какая нога была сзади? Правая. Зачем ты меняешь ноги? Почему? Я просто хочу знать, почему. Кристиан Хакенберг, первый выбор скаута всего мира, имеет 3000 пасовых ярдов и вдруг меняет ногу. Зачем ты это делаешь? Зачем ты нахрен меняешь стойку, если можешь сразу встать нормально? Я делаю то, что меня просят делать. Тренер просил это сделать. Хочу, чтобы ты запомнил базовые вещи, которые я скажу по поводу Гана. Основы критичны, потому что вот ты в 2015-м играешь против... Кто это? Огайо Стейт? У тебя сзади правая нога, так? Теперь я смотрю последний матч против Джорджии. Взгляни на свои ноги. Просто хочу сказать, что я беспокоюсь за тебя, понимаешь? Я знаю, это борьба с основами. И мне было бы некомфортно. А тебе удобно было так играть? Нет. Ну, может, немного. Хотя, ладно, совсем неудобно. Последний год я готовился к сезону, и мне сказали изменить подход. Поэтому я и стал так играть. Когда мы сегодня выйдем на поле, я хочу, чтобы тебе было комфортно. Хочу, чтобы тебе было удобно играть, чтобы ты правильно ставил ноги. Не получится просто переключить это и все. Твои основы — это сущность того, кто ты есть. Давай сегодня поправим работу ног. Да, я хочу это сделать. Правильно, потому что тебе это нужно. Я вижу здесь загадочную работу ног. Давай сыграем теперь 3 Steps Land. Действуй так, как тебе удобно. Теперь ты должен почувствовать комфорт. Давай назад и с места. Попробуем с одной ногой вперед пару раз. Бегите с мячом после того, как его поймаете. Ему должно быть комфортно с базовыми вещами. Новый тренерский штаб изменил его работу ног. Но я надеюсь, его уверенность к нему вернется. Уверенность в защите, уверенность в себя и свое будущее. Потому что если это случится, то он точно сможет заиграть в лиге. Давай теперь из-под центра. Назначаю 200 Jet X-Land. Я создал для тебя все условия. Сантонио, поймай для меня несколько мячей. Хочу посмотреть на тебя в прогрессии. Бери из-под центра и отходи. А я буду направлять тебя вправо и влево, понял? Следи за моей рукой, сыграешь чекдаун. Влево. Еще разок. Мне нужно 2 таких же розыгрыша. Парни, ему не нравятся чекдауны. Что я не так сделал с мячом? Так, давай поработаем с фулбеком. H2XD over, назначай. Твои ноги больше не будут застревать, словно в грязи. Двигайся. Good.
Стандартный чекдаун, так? Да. Хорошо. Расскажи мне про Jet Sweep в Penn State. Я хочу знать, почему их так много. Иногда это понятно, иногда нет. Все зависит от матчапов. Если один игрок быстрее другого. Иногда назначали этот розыгрыш основным, иногда играли как типа Red Option. Давай, поднимись и покажи мне это. Должно быть круто. Ты должен крикнуть центру и выловить мяч, когда тот парень уже пролетает мимо тебя справа налево. Да, но для начала я беру время, чтобы прочитать защиту, расставляю ресиверов на номера, делаю знак и отправляю этого парня в забег, даю сигнал на снэп. Ну и дальше, по сути, предлагаю мяч. Если ему нравится, то он забирает и бежит дальше. Если нет, то обычно отдается раннинбеку. Если этого не происходит, то кидаем X-ресиверу в даунфилд. Да уж, я играю LH2X Deep Over и Spider 2Z Snack. Но я ничего не знал про то, что ты рассказал. Игра с Индианой. Вы, парни, сделали так, что просто уничтожили их своим фейковым джет-свипом. Но мы знали способ, как сыграть против их прикрытия. По сути, это был man-to-man coverage. Я назначал этот розыгрыш против сейфти или гибридного лайнбекера в никеле, игравшего один в один с нашим самым скоростным игроком. Таким способом я и управлял игрой. Первое, что я думаю, ты не Кэм Ньютон. Ты не очень хорош в одном. Ты не такой хороший танцор, как он. Да уж. Ну вот сравни сам. Что это за хрень? Не снимайте это на камеру, ладно? Это то, что я давным-давно похоронил, но, похоже, придется с этим пожить еще какое-то время. Hackenberg gets the snap, looks to throw, pressure coming. Hackenberg knocked down as Joey Bosa drove a lineman into him, and Ohio State ends the game as Bosa forces a lineman into Hackenberg to sack him. Секи. Все говорят об их количестве, так? Когда ты их изучаешь, то мысленно возвращаешься назад. Задумываешься, почему так случилось? На раннем этапе моей карьеры я зарабатывал их на себе достаточно много. Но все глубже и глубже, изучая нашу защиту, я убеждался, что она способна изолировать меня достаточно хорошо. Как бы тяжело мне ни было, я всегда верил, что я получу помощь от линии в защите паса. Это то, что я должен был и раньше прорабатывать гораздо глубже. Но я этого не делал. Я ограничивался кусками знаний. Но что было, то было. Но речь не только про секи, а про что еще? Про удары. Я хочу, чтобы ты играл еще лет 15. Но после некоторых из таких хитов трудно сосредоточиться и комфортно играть. Меняй комбинацию, если видишь опасность. Иногда это может быть audible, иногда сигнал руками. Неважно. Но ты не должен принимать на себя столько хитов. Я беспокоился за тебя, когда смотрел эту пленку. Это было каждую неделю. Я говорю не только про секи, но и про что? Про удары. Про удары. Поэтому сегодня я дам тебе информацию, чтобы ты вновь обрел веры в защиту и в сигналы. Мы имеем скет райт, сильная сторона справа, и скет лефт, сильная сторона слева. Ты же знаешь, что в скет протекшн всего 5 блокировщиков, да? Лаки и Ринго — одни сигналы. Бенгел и Бенгер — другие сигналы. Рейзер и Лейзер. 5-0. Ну и сигнал гэп на сладкое. Посмотри сюда. Здесь М, Майк. Располагается в центре. Выбираешь гэп и говоришь: «Майк, 54 Майк». Я хочу от лайнменов, чтобы они знали эти установки, какой гэп держать, чтобы помогать тебе. Лаки 5-2. Они контролируют левую часть бокса. Значит, ты отвечаешь за остальных. Понял, Кристиан? Сигнал Ринга. Левый гард остается с ним, левый текл с ним. Сигнал гэп значит, что будет атака по центру с линии скриммиджа. Тогда он блокирует этого, а этот твой. В Penn State этот сигнал назывался сквиз, да? Если ты волнуешься за дебека на линии скриммиджа или спустившегося из никеля эдж-корнера. Бенгел! Бенгел! Но все остальные рашеры теперь твои. Ты должен был дать сквиз-кол или гэп-кол в этом случае. Объясните мне разницу между Бенгел и Лаки. Лаки означает, что лайнбекер в боксе. Лаки как бы говорит левому гарду и левому теклу. Если ты левый текл и слышишь «бэнг-эл», то начинаешь смотреть в эту сторону. Ты понимаешь, что угроза придет с левой стороны. Улавливаешь? Да.
Если ты произносишь «Лаки», то все думают совсем о другом. Если центр прикрыт, оба гарда прикрыты, то назначаем сигнал «Five Call». Мы применяем этот сигнал так часто, что я могу назвать его «Gilligan Call». Слышал такое название в лиге? Это означает, что ты остаешься один на один, и ты на острове. В любой момент, когда ты даешь сигнал 5-0, это означает 5 против 5, и никто тебе больше не поможет. Мы ассоциируем 5-0 call с man-to-man coverage, так? Это важно, потому что ты вступаешь на серьезный путь, и я хочу, чтобы ты доверял всем защитникам. Остальное не важно. Эй, слушай. Это Scat Protection. Не подведи меня. Давай, мужик. Defensive tackle напротив гардов. Слушайте, давайте устроим веселье. Так, я хочу, чтобы ты давил снаружи. Ты пойдешь изнутри. Ты атакуешь первым, ты вторым с краев. Мощный блиц. Начинаем. Скэт Райт. Лайнбекеры выходят из бокса. Оба выходят. Защита паса — это помощник для квотербека. Про него действительно нужно знать и понимать все. Если тебя атакуют, и ты не можешь сделать точный пас, то нужно думать, как избавиться от мяча. Ringo. Good. Point I'm making is you're going to take responsibility for the slide. I want you to know where he's going, who your hot receiver is, so he can adjust his set on the backside, right? Sounds good. Huddle him up. Love it. Tony, you're out there wide. Defensive tackles, you know where you are. On sound. Scat right. Scat right. On sound. On sound. Split, right. Here we go. Here we go. Yeah, again. Here we go. Hey, here we go. Hey, laser. Laser. Very nice. Good. On the ball. Давайте к мячу. Надавите на него, пожалуйста. Here we go. Here we go. Here we go. Hey, razor. 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 Very nice. Очень хорошо. Отлично. Продолжай в том же духе. Мы отлично сработались с тренером. Он честно рассказал о моих проблемах. Я должен вернуться к основам и как следует ими заняться. Кажется, мы добились огромного прогресса. Я продолжу работать над собой. Говоря о Хакенберге, меня удивляет тот факт, что никто не считает его достойным первого раунда драфта. Пару лет назад он был проспектом номер один во всей стране. То, что он делал как первокурсник, достаточно для меня. Я буду в шоке, если он не уйдет в первом раунде. Hey, I appreciate it, fellas. I appreciate it. Thank you, guys. All right, here we go. Hey, work on three. One, two, three. Appreciate it, boys.